разберемся. Давай, проходи быстрее. Сейчас начнется уже что-то. Привет всем, как бодрость духа. Итак, мы ведем этот рекорд. И вас взяли? Взяли, полторашки. Хорош болтать, Ванёк. Окей, давай. Да без нас не начнут, давай скорее. Я попкорн вам как взял. Хорошую игру. Мира по футболу. Ваня, подрос. Ну, давайте за нас. За победу. Это надо закрепить. Самых сильнейших команд земного шара и даже всей галактики. Наконец-то, дорогие друзья, наконец-то это случилось. Мы видим полную трибуну наших болельщиков и оголтели Шевкова. И сегодня здесь будет очень жарко. Ну, будет просто настоящий праздник футбола. Пока команда готовится выйти на поле своих фестивалов, получая последний раз. И главное, не забываем. Так, ребятушки, мы сборная России. Мы играем в финале. Сегодня финал. Сегодня финал. Надо отдать все силы, драться за каждую передачу и выложиться на полную. Это финал, ребятушки. Давайте, соберитесь, давайте. Дорогой мой, Васильев, Антон. Васильев, сука, ты играешь на правом фланге. На правом фланге держишь до силу за бубенцы. Понятно? Кузнецов, на тебя вся надежда. Ты забиваешь, да? Ребятушки, ребятушки, давайте, давайте. Хоп, 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 хоп. Хоп! Давайте, на поляночку, пошли, живенько, быстренько, быстренько, быстренько. Да, побежали, давайте. Все равно проиграем. Судьи. Да, все правильно. Штрафной в сторону ворот соперника. Ай-яй-яй, какой же момент, дорогие друзья. Кузнецов? Ребята, ребята, помогите чем-нибудь. Удары садомии творится на трибунах. Это же надежда сборной. Разберемся. Вернитесь, сделайте уже что-нибудь. Не смог адекватно оценить свои физические возможности, допустив такой дичайший промах. По сути, это же он разбил дьявола преисподней. Ай-не-не, ай-не-не, ау!
Как сыграли-то? Наши выиграли?